Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабанчук. Зараз ми поговоримо про те, як приборкати ненависть до росіян після геноциду українців у Бучі. Всі ми за останні дні наповнилися люттю, ненавистю, такими негативними емоціями. Ми люто ненавидимо ворога за те, що він робить на нашій землі. І тому ми маємо змогу так на прохання наших телеглядачів провести сьогодні такий ефір. Сьогодні в наших гостях отець Тарасій, священник, психолог та психотерапевт, та Вікторія Ульянова, психологиня. Що ж, пані Вікторія, почнемо з вас. Хотілося б почути якісь рекомендації, як від психолога, як впоратися, куди дівати ці емоції, адже їх просто повно в людини. Куди направити? Добрий день, Аня. Добрый день, телезрители. Да, эта тема очень сейчас важная. И дело в том, что чувство такое, как ненависть, его немножко нужно разделить с чувством и ситуацией, в которой человек продолжает находиться. И когда мы говорим с вами о ненависти, если даже открыть Википедию, об этом написано, что это интенсивное, острое чувство, которое продиктованное и воспринимается как отвращение к каким-то определенным действиям, которые противоречат нашей человеческой природе, которые противоречат нашим человеческим ценностям, духовным и моральным. Поэтому убийство, насилие, крадишки, все это противоестественно для того, что мы сейчас переживаем. И поэтому испытывать первоначальное чувство ненависти человек может. Это как есть еще такое понятие, как социальная ненависть, которая продиктованная группой людей, субъектов к объекту определенному, группе людей, к военнослужащим. То, что зараз у нас... Да, геноциду. И мы, как Украина, можем испытывать социальную ненависть. Это как первичное чувство. Но нужно помнить, что под ней лежит боль. Боль наших сердец, боль нашего восприятия, что происходит, как реакция несправедливости на то, что с нами происходит. И испытывать ненависть – это нормально в тех ненормальных ситуациях, которые мы сейчас переживаем. Но как психолог я скажу, что ненормально в этом оставаться людям. И, конечно, первая из, так скажем, рекомендаций для людей, если вы уже отслеживаете в себе как чувство ненависти. Сейчас в данной ситуации сформированы волонтерские психологические группы. Они находятся и в телеграм-каналах, они находятся на любых сайтах. Человек может зайти, так скажем, набрать в поиске и в безопасной атмосфере поговорить со специалистом. То есть первая парада, да, первое такое, так скажем, обращение к людям, не оставайтесь с этим наедине. Существуют психологи, психотерапевты, существуют священники, которые консультируют людей, которые понимают, у которых есть образование, которые понимают, куда эти чувства нужно девать. И первое, что нужно, их не отрицать, не избавляться, не переключать сначала, а сначала хотя бы проговорить, что человек чувствует, с чем это вызвано, что он испытывает, показать свои реакции. Может быть, человек будет плакать, может, он будет писать вам, говорить об этом. Но обязательно, безопасно в духовной и психологической атмосфере освободиться от этих негативных эмоций. Второй, так скажем, момент, который бы я рекомендовала, это восполнить свой личностный ресурс. Следить за собой – это сон, это забота о себе, это элементарные базовые потребности. Это как кислородная маска, которую мы одеваем, когда летим в самолете, нам говорят, что если вы едете с ребенком, сначала оденьте маску на себя, потом ты только можешь помочь своему ближнему. Человеку, который находится в состоянии, как ребенок, или человек, который находится в состоянии еще большей тяжести, чем ты.
Поэтому, чтобы сначала не бежать во все волонтерские клубы, во все организации и не помогать, или сгоряча не идти на фронт и не убивать врага, сначала нужно получить собственный ресурс, восполнить его. Второе, я бы аккумулировала эту ненависть в более позитивное не чувство, но действие. Это помощь ближним. Это оказание помощи, насколько вы можете, что вы можете. У каждого человека есть определенные дары, таланты, ресурс, что он может сделать. Кто-то может обнять, согреть, чаем напоить, а кто-то может более профессионально оказать помощь. Медики, психологи, опять-таки священники, IT-компании, которые могут обрабатывать информацию, которые могут рассылать, оповещать, проводить определенную психоэдукацию людей. И я бы очень сказала, чтобы на что важно обратить внимание, если ваше это острое чувство ненависти остается в себе, важно понимать, что это длительно может повлиять на организм, на физиологическое здоровье уже человека и вызывать психосоматические заболевания, такие как стрессовые длительные реакции, продиктованные головной болью, потеря аппетита, потеря сна, депрессивными состояниями. И поэтому важно все-таки эту реакцию как первичную, как интенсивную, как острую проработать. Скажіть, будь ласка, якщо людина не може перестати дивитися на ці жахливі фотографії, ну, бо, як мінімум, вони зараз всюди, куди не зайдеш, а ми всі залежні від соціальних мереж, відомо як. Як перелистувати кожного разу? Знаєте, я фотографію ці там одну і ту ж саму дивлюся вже разів 15-20, кожного разу я на ній зупиняюсь. Знаю, що мені буде зараз ще гірше, але все одно от ми це робимо. Когда ми оказуємо психологічну підтримку людям, в одному із пунктів у нас є рекомендація к людям, що якщо ти бачиш, ти контролюєш як чоловік свої чувства, ми це можемо контролювати, і ми відповідальні за них. І якщо я розумію, що це на мене впливає, ви йдете к врачу, він вам дає поради, і ви розумієте, вам потрібно виздоровити. Вы можете принять этот препарат, можете его игнорировать и продолжать дальше болеть. Вот здесь такая же рекомендация, как парада. Если вы видите, что на это вас влияет, у вас нарушается сон, настроение, появляются депрессивные мысли, значит, эта информация уже отравляет вас, отравляет вашу психику. Поэтому ограничьте, поставьте себе ограничения. Пользоваться телефоном только в каких-то определенных экстренных случаях, для того, чтобы посмотреть сирену, для того, чтобы прочитать информацию. Ограничьте хотя бы количественное восприятие, пользование социальными сетями. Дякую вам. Отець Тарасій, від вас також хочеться почути пораду спочатку стосовно так фотографій, чи правильно дивитися, чи ні, на вашу думку. Ну, а потім вже до загальних рекомендацій пройдемо. Ну, я совершенно согласен с коллегой, что подобного рода информацию имеет смысл очень четко дозировать. Вообще идеальный вариант – это определиться с каким-то одним каналом или с каким-то одним спикером, которые... Вибачте, я вас попрошу трохи ближче до мікрофона, буквально трошки ближче, аби ми вас краще чули. Имеет смысл ограничить поток информации каким-то одним каналом или каким-то одним спикером, который в ваших глазах достаточно авторитетен, чтобы донести до вас главную информацию. Все остальные каналы в основном дублируют друг друга. Ведь, как вы говорите, в разных каналах одна и та же фотография, ее имеет смысл брать. Я тоже совершенно согласен с тем, что то, что отравляет психику, нужно стараться убирать. Для каких-то профессиональных людей информация того или другого толка нужна профессионально. Для остальных она не нужна.
Информация и видео, и фотографии с места ДТП вы нигде не увидите. Это, как правило, в закрытых каких-то каналах, это нельзя. YouTube не дает возможности смотреть такие вещи. Instagram блокирует такого рода вещи. Пожалуйста, если вам от этого плохо, от этого нужно удаляться. Предоставьте профессионалам возможность профессионально реагировать там, где это необходимо. Это самый такой простой момент, вот так вот убрать. То есть найти один канал и все. То есть я, например, из всех каналов, вот есть Арестович, мне его хватает. Краще 21 століття в Україні. Отець Тарасій, ваші рекомендації, як зараз православним правильно молитися? Як от духовну свою душу відвести від ненависті та такого негативу? Адже ненависть та лють – це ж гріх. Конечно. Конечно. А в цих умовах ваші рекомендації, що робити? Ви знаєте, я обратил би ваше внимание, возможно, это будет немножко странно звучать, на то, что нужно постараться быть профессиональным человеком. Профессионал пожарник тушит пожар, он знает и умеет. Он знает, где опасно, где не опасно. Но точно так же он за что-то берется, а за что-то не берется. То есть пожарник может помочь снять кошку с дерева, но он не будет заниматься, ну не знаю, там не будет ложить кирпичную кладку. То есть это не его работа. Точно так, верующий человек, он понимает, что самые главные и важные моменты, касаемо моей жизни, они изложены в Евангелии, не где-то в других местах, они изложены в Евангелии. Четко говорится, к кому как относиться и так далее. Другой вопрос, что когда человек сильно взволнован, слова Евангелия для него порой могут звучать негромко или теряться в шуме вот этого всего происходящего. Ну что ж, уменьшаем концентрацию этого шума, так чтобы слова Евангелия были достаточно слышны, чтобы меня поддерживать, ободрять и направлять мой взор в светлое будущее, а не в какое-то еще. Любая война ведется ради мира, ради того, что будет потом. Любая война заканчивается миром, переговорами и миром. Ну, в той или другой форме, разная цена за эту победу платится, но тем не менее, это все рано или поздно заканчивается. И вот тогда нужно оказаться слушающим и слышащим слова Евангелия. Сейчас идет Великий пост, собственно, сейчас весь Великий пост у нас во время войны. То есть как раз, ну извините, такое время, когда о развлечениях особо не думается, о каких-то вещах забавных не думается. Нет у нас сейчас концертов, нет у нас работающих особо так кафе и так далее. Все, есть возможность сконцентрироваться на чем-то самом важном. На чем? Давайте мы посмотрим на самих себя и посмотрим на людей, которые нас окружают. Святоотеческая, евангельская максима о том, чтобы любить человека и ненавидеть грех, который временами овладевает человеком, позволяет нам ненавидеть то, что делают, но при этом относиться как к человеку, к тому, кто даже это делает. То есть, ну, Арестович, он говорит, мы с вами европейская страна, и даже к тому человеку, который пришел оккупантом сюда, после того, как он в плену, он человек, он пользуется правами, которые закреплены в Женевской конвенции, все, все, он человек. То, что он получит воздаяние, которое положено по закону, это его поступок мы ненавидим, но он человек. Люди крещенные сидят в тюрьмах, законно посаженные, но мы относимся к ним как к человекам. Я не в восторге от того, что они делают отнюдь, но мы относимся к ним как к человеку. Вот это разделение, потому что временами и мы поступаем не так социально ужасно, как то, что вот сейчас у нас происходит, да, но не менее, порой цинично, порой так асоциально, порой зло. Ну, к сожалению, нет человека, который поживет и не согрешит. Время покаяния – это время предоставить возможность для покаяния и другим людям. Он перед, кто ты, судящий слугу чужого господина? Перед своим Господом он стоит или падает? И он силен восставить его. То есть Господь рассудит их, с ними разберутся компетентные органы и Господь. Все. Наша задача больше смотреть на тех людей, которые нас окружают, за непосредственное, вот тут мы профессионально отвечаем. Это моя семья, это мои питомцы. За свой фронт. Да, за мой фронт, да. То есть, ну вот сейчас я ехал и видел там бигборд. То есть, хочешь помочь стране? Иди работай.
ну, как бы, поднимай экономику, потому что вот те, кому надо, те в других местах занимаются другими вещами. Занимайся своим. В этом контексте православная церковь с ее регламентированным опытом жизни, есть молитвы, которые мы молимся утром, хотя добавляем к ним то, о чем молится сердце. Есть то, о чем мы молимся вечером. Есть ежедневно прочитываемые там главы из Евангелия. Пожалуйста, размышляй над Евангелием. Постарайся маленькие ритуалы твоей жизни, в которые включены и религиозный опыт в том числе, постарайся их придерживаться. Если хочешь, даже немножко расширь и делись этим, даже маленькими кусочками позитивного опыта с людьми окружающими. Замечай позитивное и делись этим. Потому что если мы то, на что мы замечаем, с этим психика как-то больше как бы срастается в какой-то степени или как-то пачкается в него. Лучше пачкаться об что-то хорошее, чем об что-то плохое. Вот я бы обратил внимание на это. Приходить в храм, находить священника, беседа с которым приносила бы утешение. Я не говорю поддержку моим политическим убеждениям, взглядам. Не-не-не. Мне, я должен ощутить Бога ближе ко мне. Да. Не к тому, чтобы к некой справедливости, которая социально вполне возможно так и есть, но Бога, который близок ко мне. Близок Господь ко всякому призывающему Его. Из глубины сердца, в скорби. Ты воззовешь, я тебя услышу. Вот нужно находить это место. Возможно, это ближайший храм к дому. Возможно, это место где-то на берегу Днепра. Тут уже третий вопрос. Но просто мы православные люди, нам легче это находить в храме. Вот в храме. Храм специально для этого создавался. Пожалуйста, пришли, молимся и стараемся, ну скажем так, от земного все-таки взгляд свой вот все-таки к горнему. Вот как-то так. Молимося не за смерть ворога, а за те, щоб наші захисники выжили, повернулися додому, та ми перемогли. Молимся о том, чтобы на нашей земле воцарился мир, чтобы мы победили, чтобы все вернулись домой, чтобы кого можно было вылечили, что можно было отстроили. Чтобы это, добро перемогло. Это все собой. Но это все вот здесь. А смотрим мы, в общем-то, туда. Я дуже вам дякую, що сьогодні до нас завітали. На жаль, ефірний час скінчився, хоча про це можна говорити ще довго, справді тема дуже величезна та надважлива сьогодні. Я нагадую, що наші гості сьогодні була Вікторія Ульянова, психологиня, та отець Тарасій, священник, психолог та психотерапевт. Говорили про те, як приборкати ненависть та лють до росіян після геноциду українців у Бучі. З вами була Анна Грабунчук, телеканал «Відкритий». Дякую за увагу.